Всем привет! В эти жаркие летние солнечные дни, в первые выходные июля, каждый год проходят соревнования по радиосвязи на УКВ «Полевой день». Во время этих соревнований радиолюбители в разных городах выходят в поля с большим количеством аппаратуры, антенн, мачт и проводят радиосвязи на УКВ-диапазонах на 144 МГц, на 432, на 1200, на 5,6, на 10, а может быть кто-то еще и выше. За каждую радиосвязь участникам соревнований начисляются очки. Чем дальше была эта связь и чем на более высокой частоте она была проведена, тем больше очков получит участник соревнований. В этих соревнованиях участвуют как индивидуальные радиолюбители, так и команды. С одной из этих команд я выбрался в поля в эти выходные. Сейчас мы находимся около города Горбатов на верхнем берегу реки Ока. Места здесь не только высокие, но и очень красивые. Вид отсюда открывается отличный во все стороны. Сейчас участники соревнований, то есть команда, с которой я сюда приехал, занимаются тем, что готовятся к соревнованиям. Устанавливают, проверяют антенны, подключают свои радиостанции, готовятся к началу соревнований. Соревнования продолжаются сутки, начнутся сегодня в субботу в 17 часов по московскому времени. Сейчас еще есть время подготовиться. Я сам побегу с кругами и выровняю. Для радиосвязи во время этих соревнований применяются исключительно направленные антенны. У нашей команды на диапазоны 144 и 430 МГц применяются сдвоенные волновые каналы, естественно, с поворотным устройством. На более высокочастотный диапазон на СВЧ на 1200, на 5,6 применяются параболические антенны. Как мы видим, на 1200 парабола имеет больший диаметр и сделана из сетки для того, чтобы иметь меньшую парусность, так сказать. Естественно, для достижения максимальной дальности радиосвязи команды выбирают наиболее высокие места в своих областях. Вот и мы сейчас находимся в Нижегородской области на одном из самых высоких мест, недалеко от города Горбатов, на высоком берегу реки Ока. Вид отсюда очень красивый, практически во все направления видно очень далеко, а значит, надеюсь, и слышно будет тоже очень хорошо. Всем участникам полевого дня. Я радио Федор, тройка. Татьяна, прием. Это Ижуха, Итон, Ольга, здравствуйте. 5-9, Леонид, Ольга, 16, Мария, Борис, Кесов. 5-9-0-0-1. Будьте любезны, позывной.
Значит так, 270 градусов. Посмотри, пожалуйста, мне это принципиально. 240. 210 градусов. Начинается 160 градусов, 13 России. Леонид Тольга, 16, Мария Борис, Кирсов. Кирсов, Олег, поприветствую вас, добрый вечер. Опа. Ну, неплохо. Вот он наш маршрут. Так, а если вот так сделать? Это был полевой день 2016, Нижегородская область, верхний берег реки Ока, недалеко от города Горбатов. Смотрите также другие мои видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!